Круто, когда можно взять и поменять игру так, как тебе захочется. Убрать скучные квесты и добавить больше экшена. Такая возможность есть в хитовой MMORPG Neverwinter Online. В ней ты сам можешь создавать свои квесты и заработать на них. А еще можешь играть за дракона, это полноценная раса. Ссылка в описании под видео. Регистрируйся бесплатно, выбирай дракона и сжигай всех на своем пути. Это что за покемон? Пикачу! Нет, это грёбаный Диглет, вот вы дураки! Чиризард! А, чёрт! Ах ты, сучонок! Бежим! Бежим! Гаси его! Гаси! Остался только ты, наглая! А, блин! Получай, ублюдок! Отправляйся в ад! А, Пикачу! Отправляйся в ад! Пикачу, включай режим копателя! Чего? Смотри, какой стрёмный этот солдат! Какого хрена? Какого хрена? Откуда здесь взялся еще один Пикачу? Я тебя видел! Куда он делся? Куда он делся? Он использовал невидимость! Ты его не найдешь! Вот же ж чёрт! А вот и чертов Пикачу! Сейчас ты вкусишь дерьма! Нет, нагло! Нагло! А, ты такой миленький! Остановись, нагло! Теперь иди прямо! Посмотрите на эту няшку! Этот чертов Пикачу умеет прятаться под землю! Какой же он милаха! А, да, так держать! Эй, куда это ты собрался? Думал, я тебя не найду? Не слушай его, танцуй через арт! Я знаю, что этот Джиглипуф на самом деле ты! Что? Что ты там сказал про Джиглипуфа? Нет. Но ведь этот Джиглипуф прыгал по кругу, и он милаха! Что? Смотрите, как через арт приседает! Погоди, что? Ты чертов идиот! Ты идиот! Ты идиот! Ты такой мудила! У Дайтхиденоглы есть пули против суперпокемонов. Не надо было мне этого говорить. О, до тебя только сейчас дошло. Ага. Эван. Да? Там несколько тренеров. У них есть покеболы, и они ищут тебя, чувак. Будь осторожней. Мы тебя поймаем. Кто это у нас тут? Чего ты уставился, Джиглипуф? О, черт, он гонится за мной. Да, сто пудов он гонится за тобой. Сто пудов. Эй, ты, стой. Это точно один из вас, парни. Стой. Остановись. Погоди, Ногла, ты сейчас с Марселом? Вы только что ходили вместе. Нет. А почему ты спрашиваешь? Погоди-ка, это был ты. Ты был тем чуваком. Да, это был он, но теперь он уже далеко. Мне кажется, что ты Чиризард. Ты точно Чиризард. Ну, черт его знает. Да, это он! Помоги мне, Пикачу! О, черт! Как ты вышел? Где он? А ну вернись, сукин сын! Давай поговорим как мужики! Да вы издеваетесь! О мой бог, это тупо! Пикачу! Пикачу! Это он? О, вот черт! Что? Это был не он! Как? Он превратился в другого, я его вижу! А, черт! Да! Нет! Получай! Он отправил меня в нокаут! Брок, это ты стрелял гранатой? Ага, это был хороший выстрел. Ау! Недостаточно хороший. Парни, вы где? А ну-ка, стой! Стой на месте! Погодите-ка! Погодите-ка! Это был Венос, держи его! Беги туда, он был прямо там! Где там? Сюда, сюда, я видел его! Вот ты сучонок, Эван! Черт! Вот черт! Он здесь у тебя за спиной! Давай, держи его! Второй тоже здесь! Нет! Гаси его, гаси! Нет! Хорошая работа! Это было весело! Я появился с ними как охотник! Я появился прямо перед ним и подумал, что это Марсел! А потом поворачиваюсь налево и вижу еще одного и такой, погодите-ка! А у меня такая же фигня, он был передо мной. Потом я увидел тебя справа и такой, погодите. А он уже убежал. Куда подевались эти сучата? Они водят нас за нос. О, я нашел одного. Он здесь. Ладно, здесь никого нет. А, мой бог. Венос? Что? Венос, куда ты ушел? Напиши в чат. Мы же сейчас все в одном месте. Марсел, они что-то задумали.
Наверное, они хотят взорвать меня. Нет, ни у кого из нас нет этой штуки. Эй, смотри, Марсел! Марсел, ты хоть увидел меня? Во, он застрял в тебе, он застрял в тебе! А вот это ты видел? Вы телепортировались одновременно. Кто-нибудь еще хочет станцевать передо мной? А? Зацените, как мы прокачали охотников. Мы вернулись, сучки. Тебе нравится мой рюкзак для покеболов? Да, он крутой. Прикиньте, что было бы, если бы покемоны существовали в реальности. Куда это ты через арт? О, черт, о нет, что случилось? Что такое? Марсел? Марсел, куда он делся? Где же он? Я не знаю, куда он подевался. Эван, это ведь ты, правда? Да пошли вы! Так нечестно! Дай нам подсказку, Брок. Он фиолетовый. Ладно, я верю. Я не вру. Как скажешь. А может, он превратился в охотника? Это ты? А что насчет тебя? А теперь он синий. Это точно он. Он синий. Найдите его. Ах ты маленький врунишка. Я только прицелился в него, и теперь он синий. Парни, поймайте меня, и я телепортировался. Я теперь не верю ни единому твоему слову, лжец. Ты соврал им, чувак. Почему ты врешь? Почему ты врешь? Ты всегда мне врешь. Я снова телепортировался. Ах ты мелкий. Куда ты, блин, делся? Я телепортировался. О, привет, Делириус. Чего ты там делаешь? Сучка! Ах ты сучонок! Он застопил меня! Получай, Джигли, сучка! Толстый шарик из дерьма! Да вы уже достали! Толстый шарик из дерьма? Господи! А ну-ка иди сюда, Иви! Сейчас я тебя порешаю! Используй подствольный гранатомет! Да! Куда это ты? Куда это ты собрался, а? Он изменился и телепортировался! Да, я знаю, что он телепортировался. Я иду за ним. Ты телепортировался обратно. Где ты, сукин сын? Черт, ты упустил его. Он должен быть где-то рядом. Он один из них. Чувак, зачем ты зашел обратно в телепорт? Пикачу. Пикачу, это ты? Да, я Пикачу. Я Пикачу. Он Пикачу? Он не Пикачу. Нет, он тебя обдурил. Ты же сказал, он Пикачу. Я сказал, черт, это ты сказал Пикачу. Нет, это ты сказал Пикачу. Пикачу. Я выбираю тебя. Он где-то. Вау, чувак. Эй, Делириус, Делириус. Он рядом со мной, гаси его. О боже. Вот же ж везунчик. Он телепортировался. Давай, Му, вся надежда на тебя. Они смеются над тобой, Му. Они смеются над тобой. Они смеются над тобой. Он опять телепортировался. Я смеюсь над тобой, Делириус. О, это грязный ход. Эван, Эван. О боже, о боже. А, чат, иди обратно. Да, да. Зачем ты стрелял в него? Он выбежал прямо под огонь. Эван охотится за тенью на земле. Пошел ты. О, мне нравится эта игра. Ах ты ублюдок. Какого хрена? Черт! Я попал в тебя! Но ты не убил его! У тебя есть еще 4 минуты, чтобы проиграть! А, черт! Давай! А, блин! Я достал тебя, ублюдок! Это было случайно! Мы все равно победим! Чего ты там пропищал? А ты чего тут встал? Убирайся! Не порт нам игру! А, черт! Да, я надрал тебе задницу, пика-сучка. Эй, Хантер, а ну-ка нахерач ему! Он просто наблюдает за нашей игрой. Это наш первый зритель. А это еще что за черт? Он пристроился к тебе. Отойди от меня! Он пристроился к тебе. Теперь его работа закончена. Он выполнил свою миссию. Он подбежал прямо ко мне. Походу, я играл за девочку, Пикачу.
Ладно, остались только я и ты, но я намного быстрее тебя. Я самый быстрый покемон из всех. Да. О, черт. Это было офигенно. Чего ты задумал? Чего это ты задумал, нагло? Эй, дракон, эй, дракон! Венос? Да, я завалил его! Я достал тебя, сучка! Что произошло? Я тебя обхитрил, вот что произошло. Да, детка, ты взорвал меня? Ага.